Отец умер ровно год назад, как раз в этот день. Сегодня проснулась, увидела массу света, и радость заволновалась в моей душе. Захотелось на родину страстно. За те 4 года, что я служу в гимназии, я чувствую, как каждый день из меня по каплям утекает и силы, и молодость. И только растет и крепнет одна мечта — в Москву! Я опоздала! Кажется, причесана, ничего, да? Милая Сергеевна, поздравляю вас! Принесите вазу, пожалуйста. Ирина, сегодня 5 мая. Твои имени? Как играют музыка. Они уходят от нас. Один ушел совсем. Совсем навсегда. Но мы останемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить. Дальше. Надо жить. И как вы держите эту старую хрычевку? Анфиса! Ольга еще на педагогическом совете? Сегодня вот говорю их брату, Бобик наш холодный. Я боюсь, ему холодно в его комнате. Надо хоть бы до теплой погоды поместить его в другой. Например, у Ирины комната. Как раз для ребенка и сухо, и целый день солнце. А она может пока в одной комнате с Ольгой. Все равно днем дома не бывают. Анфиса, за мной! Я люблю, 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 люблю ваши глаза, ваши движения снятся мне. Великолепная, чудная женщина. Когда вы говорите со мной так, я почему-то всегда смеюсь. Хотя мне страшно. Не повторяйте, прошу вас. А впрочем, говорите. Мне все равно. Мне все равно. Сюда идут. Говорите о чем-нибудь другом. О чем? Давайте помечтаем. Давайте помечтаем о том, какая жизнь будет после нас. У Гоголя сказано: скучно жить на этом свете, господа. Надо жить. Надо жить дальше. Эту блузку.
нужно поскорее составить общество для помощи погорельцам. Что ж, прекрасная мысль. Бери. Вообще, нужно помогать бедным людям. Это обязанность богатых людей. Анфиса, за мной! Наталья Ивановна ходит так, будто это она подожгла. Все хорошо. Все от Бога. Но мне кажется, что если бы я вышла замуж, то это было бы лучше. Кто бы ни посватал, все равно бы вышла. Лишь бы порядочный человек. Даже за старика бы пошла. Мне хочется каяться. Я не могу молчать. Я люблю. Люблю, люблю, люблю Вершинина! Совсем навсегда. Надо жить. Надо жить дальше. Надо.